Любопытно, что это расследование началось больше года назад со статьи в еженедельнике «Зеркало недели». Журналисты разобрали по косточкам один из крупных тендеров Министерства обороны. Закупали топливо. Победитель – малоизвестная фирма. Схема простая, как две копейки. Для победы в тендере заявляют одну цену, максимально низкую. А вот после заключения договоров цену повышают. Естественно, по согласованию с Министерством обороны. И, как выяснили журналисты, и теперь подтверждают следователи, до уровня намного выше рыночного.